Браво! Браво! Мы тут как завороженные стояли и смотрели. Сейчас расскажем, что же у нас в студии происходило. 18 и 19 сентября в театре балета «Щелкунчик» открывает свою сцену для нового 34-го театрального сезона. Перед нами солисты театра балета «Щелкунчик». Все верно. Это творческий год. Театр начнет с премьеры балета «Царевна лягушка». Как раз фрагменты мы и сейчас и посмотрели. Ну а гость и руководитель литературно-драматической части театра балета «Щелкунчик» Майя Давыдовская, доброе утро вам всем. Доброе утро, дорогие телезрители. Доброе утро все артисты, кто проснулся. Да, вы сейчас посмотрели совершенно такой чудесный отрывочек из нашего балета, прониклись этим настроением. А что это за кусочек, чтобы сразу было понятно, откуда это? Это за персонажи? Размышления о выборе собственного пути трех братьев. В балете, помните, в «Царевне лягушки» три брата. Царь дал стрелу, и пошли они выбирать свой жизненный путь. И все вот один три... злой, наверное, другой красавчик по образу. А вот есть образы какие-то? Догадывайтесь. Просто вы отыгрываете их идеально. Да, конечно. Вот это у нас умеет делать театр балета «Щелкунчик». Я хотела представить наших артистов. Значит, это у нас Никита Гордеев, Антон Кузин и Федор Лаптев. По характерам вы уже поняли, кто есть кто. Но я думаю, что у нас Никита сейчас подробнее расскажет о спектакле, о том, в чем его особенность, в чем его необычность. Никита, доброе утро и вам. Доброе утро. Ну, рассказывайте. Мы выступали в образе трех братьев. Старший, средний и младший Иван Дурак. Старший – самый умный и богатый, средний – самый красивый. Иван не отличается умом сообразительности. Но мы правильно понимаем, что это не классическая версия спектакля, да, это оригинальное прочтение какое-то? Русская народная сказка, перенесенная в современный мир. Mm-hmm. Вот. Ну, я в целом всегда встречала таких ребят в магазине, которые там. Царь, который читает рэп и отдыхает в своем небоскребе, депутаты-чиновники также вместе с ним, находящиеся в этом небоскребе. Три брата, которые по приказу царя отправились искать себе жен. Это на какой возраст все-таки рассчитано? Я сейчас понял, что это... Я взрослый, походу. Спектакль будет интересен как детям, так и их родителям. Это семейная постановка, которая будет интересна всем возрастам. А какие еще премьеры на этот сезон вы запланировали? Что еще ждать людям, вашим гостям? Ну и можно ли открывать маленькую тайну? Расскажите нам немножко. Ну, совсем-совсем маленькую открою. Ну, я хотела сказать, что вообще хореограф-постановщик этого спектакля «Царевна лягушка», который состоится на этих же выходных 18-19, Петр Базарон. Совершенно необычный хореограф с необычным языком. Вы уже поняли по трактовке, да? Да. И вот он же... не успеет еще стихнуть аплодисменты от этой премьеры и завянуть цветы, подготовил еще одну премьеру уже ближе к Новому году. Совершенно чудесная рождественская история под названием «Снеговик». Наши многие телезрители, наверное, помнят такой прекрасный мультфильм «Снеговик» 78-го года, британский, который символ Рождества в Британии. Там мальчик слепил снеговика, он ожил, и они унеслись в волшебную страну детской фантазии. Наверное, помните, там прекрасная музыка Говарда Блейка. Если забыть слова «снеговик», то мне почему-то это напомнило вот «Малыш и Карлсон». Мальчик, кто-то непонятный. Вы с языка прямо сняли, это чуть попозже. И вот эта история вдохновила нашего постановщика на свою очень красивую балетную историю. Очень нежную, наполненную юмором, блеском, вот таким бурлеском. Вообще великолепная история. Ну, сейчас все, дальше ничего не рассказываю. Я просто сейчас представила. Но приглашаю. Балет, да. Это же всегда, ну, какие-то очень маленькие костюмы, а снеговик – это большой персонаж. Вот как интересно он будет танцевать. Не будем раскрывать тайны, обязательно сходите на премьеру, которая будет в ближайшее время. Это тренд какой-то сейчас, что в балете... Вы вот привели нам только мужчин. Это из-за Волочковой так теперь? Что происходит? Почему нам женщин не водят? Приведем вам прекрасных наших дам. Так, где они играют? Вы знаете, это же эксклюзив. Вот такие статные юноши в балете. Вот что происходит с мальчиками, когда их приводят в театр балета «Щелкунчик». Через несколько лет получают вот таких чудесных молодцев. И еще одна премьера нас ждет. Вот вы говорите, с языка сняли. Как раз «Малыш и Карлсон». Это ближе к лету. Это тоже интересная сценическая версия очень известного хореографа из балета «Москва» Анастасии Кадрулевой. То есть это будет для детей и 5 лет, и для подростков, и для, естественно, семейной аудитории. Вот такие чудесные премьеры нас ждут в этом театральном сезоне. Ну, еще у нас есть одна самая главная премьера года.
Мы его давно ждали. Это международный детско-юношеский конкурс классического танца «Щелкунчик приглашает». Прям заранее анонсирую, состоится в марте совместно с Большим театром. Но это мы еще обязательно с вами поговорим. Безусловно, много премьер всевозможных, много новинок. Сезон вообще просто, просто. Хочется еще задать пару вопросов нашим артистам. Вот, Никита спросил, он как самый главный персонаж. Он за всех ответит. Ну просто я поймала себя на мысли, что Снеговик, а потом и Карлсон, это тоже такой здоровый большой персонаж. А вы уже в курсе, каких героев вам играть в этом сезоне, кроме вот братьев? Да, нам у нас есть списки нельзя раскрывать составами, в которых мы будем выступать, но мы пока еще сами не знаем, кто в каком составе будет выходить. Вы уже репетируете. Кто-то будет из нас за Снеговика, кто-то еще за некоторые сольные или второстепенные партии. Кто-то фрекенбок из вас, между прочим. Но возможно. Пока что мы еще сами точно не знаем, кто кого будет играть. Процесс постановки спектакля еще идет, и еще не все утверждено. У меня такой вопрос. А почему ты, Никита, Антон, стоите в третьей позиции, насколько я понимаю, а Федор стоит просто как я, ноги вот так? Что это за позиция? Смотри, он старший брат, он может позволить себе все. У него, как у старшего брата, есть свои привилегии. Просто существует такой стереотип, что очень легко определить человека, который занимается балетом, как-никак. Он обязательно всегда автоматически встает в эту позицию. Это правда или нет? Разрушите легенду. И да, и нет, в зависимости два от... Два да и Федор. Ну, вот, да, именно так. То есть всякое в зависимости от привычки. То есть, да, действительно, иногда просто не контролируя себя, можешь встать в третью позицию или даже просто как-то в неразвернутую первую. А тебе нужно контролировать себя. Вот, вытянись и встань правильно. Спасибо вам большое за этот позитив, который вы нам с утра пораньше принесли. Мы желаем вам... А есть какое-то пожелание такое особенное у театралов? Хорошие премьеры? Или как-то надо прям крикнуть вас? Ни пуха, ни пера, что вы говорите? Так, хорошие премьеры, добрых зрителей. Вот, добрых зрителей. Мы давай кричи. Хорошие премьеры и добрых зрителей, вы меня поддерживаете. Мы всех приглашаем в эти выходные, 18-19, на балет «Царевна лягушка». Ну и на весь наш театральный сезон. Всегда рады. Очень вас всех любим. Сегодня... Спасибо, что заглянули к нам. Да, у нас в студии была Майя Давыдовская, руководитель литературно-драматической части, пресс-секретарь театра балета «Щелкунчик». И три прекрасных артиста, братьев из сказки про лягушку-царевну. Спасибо еще раз за то, что пришли. Ну и классных вам выступлений, классной премьеры.